Здравствуйте, коллеги! Сегодня поговорим коротенько о запуске панели приборов группы WAG. У нас на столе панель приборов Porsche Macan 2018 года. Но методика абсолютно одинаковая для всех других представителей семейства WAG. Это Audi, Volkswagen, Skoda. Насчет самых свежих ничего не скажем, но 2018-2015 у MQB, вот это для всех все одинаково. Итак, панель приборов под питанием. Для того, чтобы показать, как ее включать, естественно, нам нужен трейсфайл, как обычно. И здесь важный момент. Даже не момент, а больной вопрос. Вопросище. Человек покупает конхакер, хочет записать трейс с группы WAG, подключается в ОБД и не видит никаких данных. Почему? На автомобиле современном, и в частности на автомобиле группы WAG, на любом, и на любом другом более-менее технологически оснащенном автомобиле есть модуль межсетевого интерфейса Gateway. Он отделяет все внутренние сегменты сети от внешней диагностической сети CAN. Поэтому, когда вы подключаетесь к диагностике, и сканер не подключен и не ведет обмен с автомобилем, там ничего не видно. Когда сканер подключите, увидите обмен по диагностическому протоколу УДС или какому-то либо другому, какой используется на конкретном автомобиле. Поэтому записывать трейс-файл, в частности на ВАГе, надо из того сегмента сети, к которому подключен интересующий вас блок управления. В нашем случае панель приборов. Итак, мы записали трейс-файл с этого сегмента сети, где у нас панель приборов. С диагностики ничего не писали. Там абсолютно ничего интересного в данном конкретном случае нет. Итак, открываем Carbus Analyzer, очистим тут окно, уже были какие-то данные из предыдущего проекта. Итак, мы открываем отладчик, открываем trace файл, заранее сохраненный, который вы найдете у нас в Telegram-канале. Данные будем передавать в канал 1 по кругу с периодом в 10 миллисекунд. Запускаем. Панель приборов оживает потихоньку. Ну, можно, конечно, трейс-файл использовать, но проще выделить пакеты, потому что здесь с этим делом абсолютно все просто. Не будем сейчас перебирать по одному. Закроем и откроем нами же подготовленный файл с командой на включение. Пакет с идентификатором 3C0. Он используется везде, на всей группе WAG. Панели приборов, блоки СРС, что угодно. Клемма 15. Идентификатор 3C0. Запускаем на передачу. Вот и все. Вот так включаются панели приборов группы WAG. Ну, чтобы на этом так вот быстро не заканчивать, добавили тахометр-спидометр, поскольку про это почему-то часто спрашивают. Но здесь важный момент. Например, то, что здесь тахометр, спидометр. Например, на Volkswagen Touareg там будут другие идентификаторы и немножко другой принцип. Я говорю о Touareg NF. Поэтому вот эти 103-107 тахометр, спидометр, там на каждом конкретном случае могут быть небольшие отличия. Ну, не небольшие, а будут отличия. На Шкоде одно, на Touareg NF другое, в зависимости от сетевой архитектуры автомобиля. Ну, на этом все. Еще раз, файл task и trace вы найдете у нас в Telegram-канале. Подписывайтесь, там будет много интересного. Пользуйтесь конхакером. Всего доброго, до свидания.